четверг из окна многоэтажного здания на Таймс-сквер в Нью-Йорке полетело конфетти. Так традиционно этот атрибут Нового года проверяют на летучесть. Прохожие в восторге от неожиданного дождя из разноцветной бумаги. Потрясающе! На секунду я подумала, что пошел снег. Но еще более потрясающе то, что в новогодний вечер будут тонны такого конфетти. Здорово. Думаю, будет хорошо смотреться. Согласно плану, в новогоднюю ночь с крыш небоскребов на Таймс-сквер вниз полетит тонна конфетти. Ожидается, что здесь на празднование начала 2012 года соберется около миллиона человек.